В эти дни в акватории порта Имеретинский пройдут состязания по железному и олимпийскому триатлону Iron Star, а также забеги Iron Lady. Для участия в главных соревнованиях сезона в Сочи прибудут 1500 спортсменов из 12 стран, в том числе один из самых опытных спортсменов Европы, сильнейший триатлет Чехии Петр Вобровушек, который выйдет на старт железной дистанции уже в 192 раз. Заключительные, самые важные и сложные состязания пройдут в субботу. Участникам предстоит проплыть почти 4 километра в акватории порта, проехать на велосипеде по побережью и трассам Красной Поляны 180 километров и пробежать марафон по набережным. На прохождение всей дистанции дается не больше 16 часов. Абсолютный победитель прошлого года россиянин Иван Харин преодолел весь маршрут за 9 часов 25 минут. Финал спортивного сезона Iron Star – это уже 8-е по счету старты по триатлону, которые проходят в Сочи.